красота. Солнышко встает. Ах, туба. Рыбалочка. Рыб только не клюет. На выбросе, блин.
что такое? Вон тут стоит. Ну, кстати, да. Смотри, пить пришла. Да, да, да. Это вот прям 100%. Жрет бель. И сюда кнет. Блять, окрупного нет. Надо сегодня до вечера упереться. А? Надо до вечера здесь упереться. Подсак у тебя, Мак. Вон. Забагренный. Ага. Так обогранули. Ну, кажется, тебя бы так воблером цепанули бы. Ты бы. Макс, ты достанешь подсак? Или багряный? Макс, достань подсак. Приехали Диман с Серегой. Вот, короче, отжали у нас точку рабочую, где мы ловили целый день судака с щукой. Вот. В общем, посмотрим, что у них сейчас поймалось. Вот они паркуются. Сумасшедшая высокая, лодки уже практически здесь на берегу. Вы что, больные что ли? А что вы так долго-то? Ловили. Да? Там не зажарились? А? Не зажарились? Нет, уже. Короче, спинишки возьмешь тогда, да? Да. Этот я оставлю тогда, пускай стоит. Нет, да, это основное. Слушай, ничего себе. Только спинишки, короче. Щучек, да, еще взяли? Да. А больше судака не было больше? Да их на солнце лучше не оставлять. Ну да. Дима, не было судака больше? Не, мы так чисто по щуке, короче.
что это за судак клюет? Вот такой должен клевать. Вот, вот судак какой должен клевать. А это что? Это разве рыба? Ну. Блин, такие поклевки, блин. Я вот тоже думаю пятерку поставить. Да, есть. Слушай, хорошая щучка-то. Да. Двушечка, наверное. А, это судак. Слышь, судак. Пять дюймов, пять дюймов, клюет такая мелочь. Это же совсем печаль. Вы что поймали? Дина, я Дамир, щучка опять сверху. Ну небольшую там, чуть за кило. Ага. Одну поменьше щучку и мелочок. Такая же? То есть ничего крупного не было. Судак на 6, на 7. У нас был. Мы отпустили. А мы же с Максом договорились, если крупняк попадется, мы отпустим. Что-то сфоткаться забыли, блин. Вот это вот самое хреновое. Жалко, блин. Но даже не докажешь ничего. Удар был? Небольшой. Небольшой.
Макс, можно? А, хотя, может, там лучше под саком. Такой же вот 1,5 килограмма. На мушку, кстати. На мушку. Да. А, я достал. О, у меня тоже. Когда, Макс, по правому борту выведешь своего? Блин, перехлестнулись. Ни хрена себе дает жару. Забавился? Ага. Не, такой же. Опять, слышь? Опять мушка, блин, исползла она. Блин, а где каст? Офигеть. Тяни его к себе немножко, чтобы тупо его завести сюда. Не-не-не-не, Серёг, под саком давай. О. Да.
Да. Да. Пацак. Каз. Большой. А? Большой. Ну, двушка, наверное. Нет, даже трёшка, наверное. Двушка? Меньше. Да? Большой. Подожди, Макс, не надо. Я заряду сам. А, ну да, небольшой. Ну такой, двушка. Нет. Не знаю пока. На муху. На муху? На муху? Кайф, да? Примерно. Готов. На муху? Слушай, я что-то не понял. Да, на муху. Привет. А? Сюда не кидай, здесь зацепы постоянно. А? Вот сюда, да. Чуть поближе. И здесь перемет на сама стоит. Перемет на сама стоит. За него цепляется тоже постоянно. Матовый не пошел, что ты взял. Да нет, что-то побольше. Большой окон, точно.
Мордоворот. Схватил и потянул. Что да, Макс? Мордатый. Это просто вот это, смотрите, чем он квочит. И кого-то молчат. А, сюда, слушай, нормально. Макс, подай подсак. Ну давай вот это. Да подай подсак. А, это сом, слышь. Какой судак, это сом. Хотя давай так его. Соник. Нюха, давно поймал. Соник. Привет, Соник. Да нет, сом, наверное. Нормально, не спешим, Макс. Работаем. Сом. Тихо, тихо. Хорош. Не форсируй. Короче, я поеду покурю пока. Щука, что ли?
щука. Ну давай, цепляйся. Здорово. Или взять на копчух. Ну давай, давай, сходи. Ну, сдалась. Пёс! Блин, он так утонет. Да вон, наверное, за этими поплыл. Может, это, на лодку его? Но он все на течении стоит. Надо спасать его, короче. Давай поймаем, мушим отвезем. Не знаю, их ли. Даешь, блин. Ты куда собрался-то? Рыба. Мило, босс. Вот. Ползу.